М-банк? Хорошо. Ой. Сейчас 10 сом придет. Блин, чуть карту не сломала. Ой, нельзя в эфире показывать, кстати. Хорошо, тогда записывайте. 41. 41. 77. 49. Ну ладно, не надо тогда. Хитрый какой. Хотел, чтобы я ему номер дала таким образом. Номер дороже стоит. Еще бы я тут рассказывала, сидела. Ага, конечно. Да, рассказывать буду сейчас свой номер сидеть на всю. Нет. Номер в целом я не говорю, без разницы сколько. За 10 тысяч можно, да. Ладно, еще. Скинемся. Это я лично тебе потом напишу в личку. В смысле скинемся. Если скинемся, то получается тогда сколько человек, столько и 10 тысяч еще. Да, 24 на 7, конечно. Здравствуйте, здравствуйте. Всем отправлю. Ну все тогда. Мы тебя запишем в черный список, кому нельзя. Как-то хорошо, спасибо. Да, как сами бишкек. Вот говорю же, из Бишкека. Нет, не всегда. Это я только из душа вышла, они высохли вот такими. Сейчас их скоро буду выпрямлять, ровными делать. В смысле, ну, нравится Бишкек. Я с рождения тут живу, алло. Это вам как? Я вас, может, должна спросить наоборот. Ну, у меня не всегда. У меня в основном прямые волосы всегда. Потому что я не люблю вот такие кудрявые. Педикюр? Нету педикюра. Вот вам маникюр. Мы тут куряшки, спасибо. Да, мне многие говорят, что лучше так. Но мне непривычно очень. В детстве вообще не любила. Сейчас еще более-менее нравится. Спасибо, привет. Снизу смотреть. Сколько лет вы живете на планете Земля, если не секрет? 21 год живу. Вот уже скоро 22 год будет. Взрослый не выглядит. Да я не взрослая, я еще совсем ребенок. Я вообще до сих пор не верю, что мне столько. Здрасте. Из Бишкека. Мне до сих пор кажется, что мне 18. 19. Я не плачу, не смеюсь. Я прям реально иногда забываю.
о возрасте. Сейчас 22 будет вообще. 3 года и 25. Ой, кошмар, все. Паспорт надо выкинуть. У всех это прям такая интересная тема, да? Кем я работаю и так далее. А вы кем работаете? Я учусь, собственно, еще. Ну что, и все, вон 10 сом хотели закинуть, не заклинули. Все, обиделась. Шучу. Шучу. Я с утра уже подустала. Закрышь. Что тебе вам продиктовать? Оптима банк или Мбанк? Я теперь на дорогу собираю. А то все у нас же под дворцом теперь будет проезд. Хорошо, тогда записывайте номер карты. 41. 77. 49, 01, 71. Так записывайте тут, вы тут записываете. Все так делают. Потом можно заскриншотить и все. Вот, кстати, мне говорили, что можно вообще как-то хитро прописать его. Сейчас попробуем. Что у меня? 41. Животик, сорян. Хватит, животик. 74. 32. 57. Посмотрим, получится, нет? Ой, а чё смеющийся смайлик сюда как попал? А, вот так он попал. Надеюсь, люди разберутся. Ой, я пропустила много смс. Подождите. Сегодня что-то волосы по-другому. Да, это я с душа вышла, они у меня высохли в своем естественном положении. И вот так получается. Да. И Дайсон не нужен. Точно такой же эффект своих волос. Здравствуйте. Почему бы не ходить так? Ну, не особо нравится. Не знаю. Когда как? Бывает, что хожу? Но зачастую мне кажется, как будто неопрятно выглядит.